Здравствуйте, меня зовут Елена Кузовкина, и это программа «Красота требуется». Сегодня наша героиня – молодая, одинокая женщина 35 лет. Она воспитывает особенного ребенка и все свободное время проводит именно с ним. Кажется, женщина совсем забыла о том, что она женщина. Мы поможем ей вновь полюбить себя. Главный пока единственный мужчина в жизни Елены – это ее сын Максим. Сейчас мальчику 10 лет, он учится в обычной школе, участвует в олимпиадах и постоянно радует маму своими научными достижениями. В 7 месяцев врачи поставили ребенку диагноз – детский церебральный паралич. Шансов, что Максим будет самостоятельно ходить, очень мало, но они есть. Елена живет надеждами и верит в чудо. Все 24 часа я провожу с ребенком. И в школе? И в школе, да. В тот момент, когда у него уроки, я нахожусь в коридоре на всякий случай. Все хорошо, и есть к чему стремиться, и есть куда идти. Я тебя люблю очень-очень сильно, моя дорогая мамочка. В жизни наша героиня использует минимум косметики, блеск для губ и тушь. Задача специалиста – сделать повседневный макияж. При этом он должен оставаться безупречным долгое время. От природы у Елены неплохая кожа. Используем легкие тональные средства и немного корректируем овал лица. Мы взяли сухой скуловой корректор и наносим очень деликатно, чтобы тень выглядела естественно. Не переборщить, иначе будут две темные полосы на скулах. По цветотипу наша героиня зима. Светлая кожа, голубые глаза и темные волосы. Такое контрастное сочетание не оставляет Елене шанса быть незамеченной. Наша задача – лишь подчеркнуть ее красоту. У нашей модели объемненькое веко. И нам нужно за счет тени его немного углубить. Финальный штрих. Наносим яркую, но не вульгарного цвета помаду и отправляемся в парикмахерскую. Волосы Елены – подарок для мастера. Есть над чем поработать. Локоны густые и вьющиеся с сухими кончиками. Чтобы придать им роскошный ухоженный вид, мы соглашаемся на кератиновое выпрямление. Кератиновое выпрямление создано для того, чтобы выпрямить идеально структуру волоса, придать зеркальный блеск надолго. Эта процедура долговременная. 6-8 месяцев у Елены не будет вообще никаких проблем. Ей нужно будет только сушить волос феном после мытья. Осталось подобрать наряд в магазине «Модная женская одежда», в котором представлены модели российских дизайнеров. Елене без специалиста не обойтись. В повседневной жизни наша героиня одевается скромно. Мы же предложили ей стильный брючный костюм. Дополнили образ блестящими цвета серебра кроссовками. Получилось легко и в то же время элегантно. В роскошном платье, насыщенно зеленого цвета, Елена поняла, что она настоящая королева. Такой наряд, несмотря на всю свою торжественность, вполне универсальный, заверяют специалисты. Если вместо шпилек надеть тяжелые ботинки, а на плечи накинуть современный бомбер, получится ультрамодный микс. Ну а теплый и уютный костюм должен быть в гардеробе любой женщины. В таком даже самые суровые морозы будут нипочем. Очень мало времени себе могу уделить, но сегодня я сделала это, отдала этот день красоте. Уже после записи нашей программы мы списались с Еленой в социальных сетях. Мне было интересно узнать, как оценили ее новый образ близкие люди. Сын сказал, что очень красивая. Родные лишились дара речи, смогли лишь озвучить свое восхищение в многозначительном «вау». Ну а подруги попросили, чтобы мы пригласили их для участия в нашем проекте. Это была программа «Красота требуется». Я Елена Кузовкина. До встречи. Благодарим за участие в съемках программы студию стиля Юлии Ивлевой. Профессиональный визажист-стилист не только сделает ваш образ безупречным, но и научит самостоятельно правильно наносить макияж. Подарит вам уверенность в себе. Студия стиля Юлии Ивлевой – это несколько обучающих программ, индивидуальных и групповых. Есть курсы повышения квалификации. Сделать шикарный макияж, эффектную прическу, нарастить пышные реснички и художественно оформить брови. За безупречным образом вам в студию стиля Юлии Ивлевой.
Мастер по восстановлению качества волос Татьяна Душкина сделает послушными даже самые капризные и неухоженные локоны. Кератиновое выпрямление – одна из самых популярных салонных процедур. Эффект сохраняется до 8 месяцев. После мытья головы достаточно просто посушить волосы феном. Ну а женщинам, которые регулярно используют термощипцы или плойку, Татьяна Душкина сделает ботокс для волос. И не стоит бояться, это не уколы. Также мастер предложит процедуры, которые совершенно безопасны для кормящих и беременных женщин, ведь красота должна быть доступной всем. «Гланс» – это салоны женской одежды от лучших российских дизайнеров Елены Поповой, Александра Богданова, Лизы Романюк и Соколовой Богородской. В салонах «Гланс» вас встретят профессиональные стилисты и сбудутся ваши мечты о новом имидже или индивидуальном стиле. Салоны «Гланс» расположены в крупных торговых центрах Барнаула. Ассортимент пополняется регулярно. Особые ценители качественной и оригинальной одежды за новинками пристально следят. Будь первой вместе с «Гланс». Thank you.